Вот такие необычные и крутые товары до 4 долларов я покажу вам в этом видео. И как всегда в конце ролика будет ваш любимый конкурс. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я решил подготовить для вас необычные, прикольные и дешевые товары не только с сайта AliExpress, но и сайта GearBest. Я там тоже иногда заказываю себе всякие ништяки. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы вернуть себе часть денег с покупки с множества интернет-магазинов. И по традиции для тех, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе с прикольным призом. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании под роликом. Приятного просмотра! Смартфон разрядился, а поблизости нет розетки? Ситуация эта довольно частая, ведь современные смартфоны очень прожорливы и быстро садятся, если использовать их достаточно активно. В такой неприятной ситуации на помощь может прийти так называемый powerbank или по-простому портативная зарядка. Портативный источник питания на одном сменном литий-ионном аккумуляторе. Основное назначение такого устройства – питать и заряжать мобильные устройства, подключенные к его USB-выходу. Очень часто возникает ситуация, когда необходимо сделать важный звонок, а заряд телефона уже на исходе. Данный зарядник поможет избежать этих неприятностей, а малый размер позволит хранить его даже в женской сумочке. Покупая данный гаджет, вы имеете возможность самостоятельной смены аккумуляторов, которые имеют стандартный размер. А это фантастическая насадка на кран, которая делает воду разноцветной. Представьте реакцию своих друзей и близких, когда они придут к вам домой и увидят из включенного крана цветную воду. Они поразятся. Скажите им, что вы за такую воду доплачиваете. Холодная вода светится зеленым светом, теплая голубым, а горячая красным. Даже в темноте вы сразу поймете, насколько горячая вода в трубах. Насадка универсальная и подходит для любого гусака. Чтобы ее использовать, не нужно снимать смеситель и выполнять иные мудреные телодвижения. С монтажом справится любая домохозяйка. Органайзер для раковины. Функциональная подставка на кран из прочного ABS-пластика, благодаря которой ёршик, губка и другие принадлежности всегда будут на своем месте, что позволит поддерживать раковину в чистоте. В держателе есть много отверстий, что позволит быстро просыхать губкам, не допуская закисанию и неприятного запаха. Достаточно закрепить ее с помощью петли у основания крана, опустить в раковину, и вы уже никогда не потеряете ваших помощников на кухне. Идеально подойдет также и ванную комнату для зубной пасты и щетки. Удобный, практичный ручной запайщик пакетов, незаменимая вещь на кухне, поможет вам легко запаковывать пакеты для хранения продуктов, вещей и прочих мелочей. В герметично запакованных пакетах продукты лучше сохраняют свежесть, а мелочи не теряются. Принцип работы данного устройства основан на нагнетательном элементе, который плавит полиэтилен, скрепляя две стороны между собой. Мини-запайщик пакетов прост в использовании и абсолютно безопасен, а благодаря используемым в устройстве батарейкам мини-запайщик легко можно взять с собой. Автомобильный держатель для смартфона может использоваться для крепления на лобовое стекло или передней панели самых разных мобильных девайсов. Благодаря раздвигающимся по принципу прищепки фиксаторам, он совместим с большинством современных смартфонов, навигаторов и портативных плееров. Не нажимает боковые кнопки, позволяет заряжать устройство во время крепления. Обеспечивает поворот на 360 градусов, позволяя быстро подобрать наиболее удобный угол обзора. Мягкое покрытие раздвижных фиксаторов не допускает появления царапин, потертостей и других повреждений на корпусе мобильного девайса. Предупреждающий задний фонарь для велосипеда в виде сердца, ну или чего-то другого. Лучший способ позлить или удивить водителей, стоящих в пробке, обогнать их с таким задним фонарем. Эффективно повысит безопасность езды в ночное время, смотрится стильно и оригинально. Фонарь практичен в использовании, экономно расходует батареи и имеет два режима работы – постоянное свечение и мигающий. Монолитный силиконовый корпус защищает электронные мозги фонаря от попадания в него пыли и воды. На фасаде имеется кнопка включения-выключения лампочки красного цвета. Для питания фонаря требуется две батарейки-таблетки. Если стесняетесь привязывать такое к своему велосипеду, возьмите друзьям в подарок. Набор для выкручивания болтов. Сорванные шлицы на головках шурупов – головная боль любого мастера. И каждый мужчина с ней хоть раз изредка, но сталкивается. Набор насадок избавит от мучений в считанные секунды, не испортив поверхности, в которую был вкручен метис. 4 биты разных размеров подходят для самых разных шурупов, саморезов и болтов, какая бы ни была резьба. А использовать их можно с любым шуруповертом или дрелью.
Держатель в ванную комнату «Божья коровка». Это веселый контейнер, который без проблем крепится на присоску к зеркалу, кафельной плитке, стеклу и металлу. Обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки. Держатели выполнены в виде «Божьей коровки», которые так нравятся детям и превращают рутинную чистку зубов в увлекательное занятие. Они крепятся на присоску. Это означает, что вы можете легко монтировать их на любую гладкую поверхность, зеркало или плитку, и перемещать, не оставляя следов. В него можно складывать пасту, щетки, заколки, косметику, карандаши для рисования и все, что вам придет в голову. Гибкий удлинитель для дрели. Выступает в качестве удлинителя, когда необходимо просверлить отверстие в труднодоступном месте с фиксацией изгиба и магнитом. Его длина 29 см. Установочный диапазон составляет от 1 до 6 мм. Рекомендуемое число оборотов для оптимальной работы – 3500 единиц в минуту. Он легко крепится к корпусу инструмента. Удобство, точность и легкость – не единственные преимущества, которые возможно ощутить. Легкость в работе прежде всего заключается в том, что при использовании этого элемента рука не так устает, несмотря на то, что некая вибрация, вызванная конструкцией вала, все же ощущается. Светодиодный браслет безопасности для обозначения себя в темное время. Отлично подходит для занятия спортом. Бег, спортивная ходьба или велик. Крепится на руку или ногу велосипедиста и регулируется по длине. Также можно использовать на праздниках или вечеринках. Во многих европейских странах этот LED-браслет безопасности обязан для школьников. Причиной этому являются неосвещенные дороги и темная одежда пешеходов, на которую невозможно реагировать водителю. Решение этой проблемы является светоотражающий LED-браслет безопасности. Говорят, что человек может бесконечно смотреть на огонь, воду и работу других людей. Но я смело добавлю в этот список четвертый пункт – наблюдать за раскачиванием маятника, не обращая внимания на внешний мир. Глядя на маятник, легко можно настроиться на умиротворение и снять нервные напряжения после долгого рабочего дня или во время. Маятник – это прекрасный подарок для работника офиса и для человека, который подвержен ежедневным стрессам. Чтобы расслабиться, вам нужно найти всего пару минут во время рабочего дня, расположившись удобнее в кресле, ничего не делая, смотря на маятник, тем самым давая мозгам и телу отдохнуть. А еще этот маятник станет сувениром, украшением рабочей зоны и подарком коллеге или близкому. Мини-светильник с датчиком освещенности можно использовать как ночник. Мини-ночник с датчиком света – это светодиодный светильник для подсветки помещения в темное время суток. Датчик света срабатывает автоматически при смене освещения в комнате и включает ночник. Внутри расположены светодиодные лампы общей мощностью 0,7 Вт, которые потребляют минимальное количество электроэнергии, что не заставит вас переплачивать за электричество. Светильник выполнен из термостойкого пластика, имеет округлую форму и маленькие габариты. Цвет освещения белый мягкий, не слепит ночью. Надувная подушка для путешествий. Благодаря специальному бархатному покрытию создается ощущение уюта и комфорта. Надуть дорожную подушку для сна можно за несколько минут. Главным достоинством этой надувной дорожной подушки является то, что размеры ее невелики и в вздутом состоянии она займет совсем немного места в вашем багаже. Она может поместиться даже в карман. Для полноценного отдыха очень важно обеспечить правильное положение головы. Чтобы это осуществить, необходима именно такая подушка. Хотите, чтобы вас замечали не только днем, но и ночью? Я нашел для этого оригинальное решение. Стильный современный кулон, который светится даже ночью. Это небольшая капсула, в которой помещается специальное вещество. Кулон выполнен из стекла в форме клыка. Внутри порошок люминофор. При наступлении темноты он начинает светиться приятным синим светом. Отличный вариант привлечь внимание со всех сторон. Кабель-удлинитель для наушников. Выручит в ситуации, когда обычного провода наушников недостаточно. При помощи данного шнура можно соединить между собой любую звуковоспроизводящую аппаратуру, в том числе профессиональные усилители звука, микрофоны, микшерные пульты и аудиосистемы. На одном конце кабеля расположен позолоченный штекер типа джек 3,5 мм, а на другом гнездо джек 3,5 мм. Благодаря такому устройству кабель можно использовать и как удлинитель для уже имеющегося стационарного шнура. Позолоченные стереоразъемы стандартного диаметра 3,5 мм обеспечивают отличное качество передаваемого сигнала. Светодиодный USB-светильник в форме лампочки, который превращается в переносную или стационарную лампу в зависимости от того, куда вы ее подключите. Соединяем эту штуку с зарядкой от смартфона и небольшой ночник готов. Универсальный помощник для многих студентов, офисных сотрудников, путешественников. Срок службы 100 000 часов, напряжение 5 вольт.
А этот гаджет для тех, кто не хочет таскать с собой полноценный мультитул. Брелок для ключей с маленькой двухсторонней отверткой. С одной стороны плоская, с другой крестообразная. Брелок изготовлен из металла. Он всегда выручит вас в дороге, если что-то вздумает сломаться. Брелку найдется применение и дома, и в офисе. И на связке ключей он всегда будет под рукой. Специально разработанный набор отверток удобно носить с собой в качестве брелка благодаря своей компактности. Легкий по весу и портативный в использовании. Брелок хорошего качества. А вот и долгожданный конкурс. Приз конкурса – любой товар из этого видео. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, что бы вы хотели, если выиграете. Также вступайте в мою группу во ВКонтакте. Буду рад всем. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!